при поддержке healthdefisinfo.ru. Разум Шепарда. Эпизод 3. Знаете, если все идет к худшему, я могу наткнуться на одну из их секретных лабораторий, а там украсть инопланетный корабль. Так даже не придется искать транспортную систему. Я могу просто прыгнуть в гиперпространство и свалить отсюда. Что за... А знаешь что? Мне срать. Мне просто срать. Главное, не касайся меня. И вообще, валите нахер от меня. Я знать вас не хочу, гребаные пришельцы. А вообще, знаете что? Сдохните, долбаные пришельцы. Так-то. А хотя это мог быть и не пришелец. Может, это просто животное, о котором я никогда не слышал. Чтобы прицепиться к потолку, оно должно было быть тут довольно-таки долго. А я вот, например, не знал, что такое эхидна до прошлого месяца. Бум! Какой выстрел! Обожаю этот лазерный прицел. Размазал твои мозги по всей стене. Хе-хе-хей! Дробовичок! Не переживай, солдатик, я продолжу твою работу. Этот пустынный орел так упрощает жизнь, просто прицелился и бах! Хотя и пришельцы особо не стараются вернуться или укрыться за что-нибудь. Знаете, если бы я реально украл инопланетный корабль, думаю, воздушный контроль был бы этому не рад. Особенно потому, что похожие космические корабли напали на наши вертолеты. Интересно, кто был в тех кораблях? И знают ли они, что развязали межгалактическую войну? Вот хрень, вдруг они реально развязали межгалактическую войну, и сейчас по всей планете вот такая вот фигня. Ха, думаю, я начинаю понимать, почему у первого пришельца был в спине нож. Оу, лифт спускается специально для меня? Челябинский метеорит! Ну все, я выбью из вас все дерьмо своими пулями. А сейчас как мне это включить? Тут даже кнопок нет. Как же мне... Думаю, им управляют сверху. Так, это явно похоже на радиоактивные отходы. Я легко бы перепрыгнул это, но меня беспокоит кусок платформы на той стороне. Он сильно погнут. Я боюсь, что если я прыгну на него, он не выдержит. Хотя срать, вперед. Ох, блин, я знал это. Я сказал, он не выдержит, если я на него прыгну. Все так и случилось. Проклятие, в таких вещах я был бы рад ошибаться. Это дерьмо выглядит так, будто и должно быть тут. Кажется, они тут не занимались утилизацией, а использовали это для каких-то своих целей. Еще и высокое напряжение. Думаю, именно тут создают электрифицированные токсичные отходы. И это опаснее, чем по отдельности. Реально, зачем держать две невероятно опасные вещи в одном помещении? Подумать только, один оголенный провод и... Вот дерьмо! О боже! О боже! Так, без паники. Тут должен быть выход. Вот хрен, лестница! Ох, да ладно, выход должен быть! О, нет, я не перепрыгну. Давай, давай, думай! Ох, я ненавижу это место. Ух, надеюсь, это все. А-а-а, блин! Вперед, вперед! Вот дрянь, это ужасная идея. Эй, эй! Открой дверь! Тут совсем чуть-чуть немного небезопасно. Да, вы король среди людей, сэр. Бляха-муха. Бляха-гребаная муха.
Да, я поблагодарю этого парня и пожму его достойную руку. Только посмотрите, это то, о чем я думал. И еще бы, это же электрифицированные токсичные отходы. Ну а как же по-другому? Куда, черт возьми, испарился тот парень? Он должен был пройти тут, это же единственный выход. Так, я реально устал от взрывов перед моим лицом, поэтому я нахрен это взорву. Итак, я предсказал, что проход рухнет. Что оголенный провод разнесет все к хренам. И теперь, что эти отходы под напряжением. Господи, да я гребаный Нострадамус, предсказывающий полный трындец. Я слышу краба. Ох, быстрый гаденыш. Ха! Я шинкую их, как индейку на день благодарения. Ха! Тебе не выиграть у меня в прятки. Знаете, эти штуки похожи на кур без перьев. Интересно, как они на вкус? Может взять одного и дома зажарить? Так, я только что убил 5 этих родов, и это совсем не... Вот блин, кровь. Ох, мертвый мужик, как неожиданно. А что делает эта кнопка? Ничего не изменилось. Тут нужны надписи, для чего все это. Попробуем этот рубильник. А кнопка, походу, открывает дверь. Или сжигает все нахрен, я не уверен. Что? Перед тобой была аптечка, и ты сдох? Может, энергия закончилась? Нет, все в порядке. Твоей смерти нет никаких оправданий. Ты реально дебил. Надеюсь, ты реинкарнируешься в одну из этих куриц. Это было бы до иронии смешно. Знаете, это напомнило мне о времени, когда мой кузен Джеймс думал, что он был пауком в прошлой жизни. Он резал себе волосы и пытался сплести из них паутину. Но после того, как я напомнил ему, что после спаривания пауки-самки пожирают пауков-самцов, он никогда об этом не заикался. И не упади. О, батарея для костюма. Гори в аду, маленький ублюдок. И на тебя я впустую потратил целый патрон, тупая жопа. Так, прыжок с кувырком. Фигня, что не совсем кувырок, но срать. Грёбаный йод, а что если парень в костюме никогда и не проходил тут? Вдруг он нашел секретный выход отсюда? И даже не сказал мне об этом. Вот козлина. О, нет, шлагбаум. Что же мне теперь делать? Держу пари, некоторым эта преграда была бы непроходимой. Это должно их задержать. Так, надеюсь, это не то, о чем я подумал. А нет, все-таки есть. Проход завален. Не приходило ли вам в голову дождаться эвакуации солдат, прежде чем наносить авиаудары? Похоже, придется снова импровизировать. Так, посмотрим, есть ли тут лестница или... Переведено и озвучено при поддержке сайта hl-info.ru. Также, чтобы узнать последние новости о разуме Фримена и Шепарда, заходите в нашу группу ВКонтакте «Таблетка Тим».